В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин побывал с рабочим визитом в Туркестанской области, где провел семинар-совещание по развитию рыбной отрасли. Участники встречи рассказали о текущей ситуации и перспективах развития данной отрасли. Глава правительства провел встречи с населением и ознакомился с ходом работ по восстановлению жилых домов, разрушенных в результате наводнения. Рыбная отрасль – одна из динамично развивающихся секторов сельского хозяйства страны. За 5 лет отечественное производство рыбы выросло до планируемых 10 тысяч тонн. Стоит отметить, что для поддержки развития данной отрасли государство принимает беспрецедентные меры. В сфере занято более 12 тысяч человек. Рентабельность инвестиционных проектов в секторе рыболовства и рыбоводства превышает 20%. Основной объем выращиваемой рыбы – порядка 70% – приходится на Туркестанскую область. Выступая на семинар-совещании, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев доложил о проделанной работе по развитию данной отрасли в регионе. Главная наша цель – это увеличить в регионе количество качественных прудов. На сегодня их у нас всего 3-4. И мы должны довести их количество до 24 и выращивать в них до 500 тонн рыбы. В водоемах Курдайского района на сегодня вылавливается 50 тонн форели. И в будущем совместно с научно-исследовательским центром, подключив предпринимателей, мы должны увеличить наши объемы. В рамках рабочей поездки Аскар Мамин посетил рыбоводческие хозяйства «Хамит» и «Вита», осмотрел выставку рыбохозяйственной продукции республики, а также ознакомился с ходом капитального ремонта плотины Шардаринского водохранилища и модернизации одноименной ГЭС. Премьер-министр поручил предпринять конкретные меры для стимулирования сотрудничества в рыбоводстве. Акиматам города и области следует рассмотреть вопросы о создании торговых точек и павильонов по продаже рыбы как в городах, так и в населенных пунктах. В Махтаральском районе глава правительства провел встречи с населением и ознакомился с ходом работ по восстановлению разрушенных жилых домов в селах Оргебас и Фердоуси, а также строительством нового микрорайона в поселке Мырзакент для 500 семей населенных пунктов Женес, Жанатурмас и Достек, пострадавших в результате наводнения. Кулеш Умурзакова, Хана Билхаир, 77 News.